Несмотря на неудачные выступления российской сборной в Ванкувере, фигурное катание было и остается одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране. Не случайно два главных канала центрального телевидения имеют собственные ледовые шоу «Танцев со звездами». Но ледовый проект, который вот уже третий год реализуют при поддержке Комитета по делам молодежи «Молодежный совет нашего района», вообще уникален. Что представляют собой некрасовские ледовые страсти и кто играет в эти игры, узнаем из следующего репортажа. На этот раз в межмуниципальном спортивно-развлекательном шоу «Ледовые страсти», которое проводится на гостеприимном льду предприятия «Ферропласт Медикал», приняли участие 5 команд. Две из них, «Зима» и «С легким паром», представляли Некрасовскую среднюю школу и Центр детского творчества «Созвездие», а команда «Охотники» – молодежный центр «Импульс» и молодежный совет нашего района. Впервые в «Ледовых страстях» приняли участие представители поселка Красный Профинтерн и сборная Пошехонского района. Программа командных соревнований значительно отличалась от прошлогодней. Первым шел традиционный конкурс «Визитная карточка», в котором оценивалось мастерство участников и артистизм. Здесь отличилась команда «Охотники». Чувствовалось, что ребята на льду не новички. Они показали яркое костюмированное шоу про охотников за привидениями. Второй конкурс представлял собой комбинированную эстафету на коньках, которая включала сразу несколько оригинальных дорожек с препятствиями. Преодолевать крутые повороты помогала участникам взаимовыручка, чувство юмора и, конечно, поддержка зрителей. В этом году организаторы позаботились о доставке болельщиков на школьном автобусе. Самыми быстрыми и ловкими стали ребята из команды «С легким паром». В третьем конкурсе соревновались танцевальные дуэты каждой из команд. Домашние заготовки оказались очень интересными, особенно отличились некрасовцы. Дома, конечно, и лед помогает, но и мастерство ребят за 3 года участия в «Ледовых страстях» заметно выросло. К тому же состав наших команд значительно усилен юными хоккеистами сборной района «Некрасовские волки», которые одинаково хорошо стоят на коньках с клюшками и без них. Победу в этом конкурсе одержала пара команды «Зима». Зажигательные буги-вуги в исполнении Артура Веселова и Даши Ржановой отличалась искрящимся артистизмом и хорошей техникой, которая позволила дуэту выполнить несколько сложных дорожек, пируэтов и даже впервые в истории страстей настоящую поддержку. В результате, после подведения итогов всех 4 конкурсов «Ледовых страстей», в отличие от олимпийского расклада в Ванкувере, весь пьедестал заняли наши. Первое место у команды «С легким паром», второе у «Зимы», третье взяли «Охотники». Гостей из Пошехони организаторы наградили за волю к победе, а приз зрительских симпатий вместе с дебютантами игр уехал в поселок Красный Профинтерн.